А где это я? Как-то так вот ты не объяснишь в двух словах. Хотя, если честно, я этого не знаю. Ты не знаешь или не можешь объяснить? Смотрите, у меня тут написано, что... Тут написано, что вы били детей. Кто, я? А где написано? Вы должны сосредоточиться на ответе. Я тебе, лысый мудила, вообще ничего не должна. Это очень глупо. Называть незнакомого человека. Ты меня тут уму-разуму-то не учи. Лысый мудила. Говори, что надо. Мне? Да вообще ничего. Ладно. Вы стоите на тоненькой грани. Вас одинаково легко могут отправить и туда, и туда. И лично мне искренне наплевать, в какую сторону вас отправят. Хотя нет, за ваше оскорбление я бы очень хотел, чтобы вас отправили туда. Но, к счастью для вас, это решаю не я. А кто? Признаться, я этого не знаю. Знаешь, что не я? А откуда я это знаю? Я тоже не знаю. Короче говоря, вам надо как-то раскрыть мотивы ваших поступков. И поверьте мне, это в ваших интересах. В моих? Ну, слушай, лысый мудила. Никаких детей я не била. Никогда. Вот тут вообще нет смысла врать. Никакого. Ну, может, подзатыльник другой. Ты вообще знаешь, как выбешивают дети? У тебя есть дети? Понятно. Просто сидишь, спрашиваешь и все такое. Ты знаешь, как-то глупо сажать дознавателем лысое чмо, которое даже близко не знает глубины всей проблемы. Ваше оскорбление навряд ли добавит вам положительных баллов в ваше резюме. Ну, возможно, ты и прав. Хотя так приятно наблюдать, как ты теряешься. Казалось бы, при простых, в общем-то, словах. Там, где я росла, тебя бы быстренько зачмурили.
Все. Перейдем к делу. Я не знаю, что сказать. У меня их четверо. Муж дурак. Лысый, как и ты. Может, все лысые? Хватит! Я ненавижу всех, кто распускает руки. Это реально говорит о том, что человек кончен. Но когда 140 раз ты повторяешь: одевайся, 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 обувайся, одень ботинки, перестань баловаться, перестань баловаться, перестань баловаться. На твоей психике можно, сука, стейки жарить. Бывает. Срываешься иногда. Как врежешь кому-нибудь. Все. Все четенько. Говоришь, одевайся — одевается. Говоришь, обувайся — обувается. А потом... Такое чувство стыда. Омерзение к себе, что жить неохота. А вы лекарства не пробовали? Я столько всего перепробовала, сколько в твою лысую тупую башку даже прийти не могло. Серьезно? Скажите, а вы вообще не можете сдерживаться? Слышь, ты бесишь меня. Я тебя сейчас врежу. Я тебя сейчас врежу. Ясно.